Вітаю! В прес-центрі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Загрози для бізнесу в інтернеті. Як підприємцям берегтися від помилок та конкурентів в онлайні? Сьогодні будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст з пошуку інформації в інтернеті Артем Старосєк. Артем, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть же, будь ласка, як боротися з витоком інформації, чому це взагалі може статися і які загрози спіткають бізнес саме в інтернеті? Дякую. Спочатку буду говорити на русском. Сначала расскажу, почему это сейчас важно. За счет того, что идет эпидемия коронавируса, многие бизнесы сейчас переходят в онлайн. И появляется, с увеличением количества бизнесов, появляется количество угроз, которые грозят бизнесу. Я сегодня расскажу про две группы утечек, где может происходить информация бизнеса, которая может быть интересна вашим конкурентам, партнерам, клиентам, и которые могут наложить тень на ваш бизнес. Два основных момента. Первый – это утечки через техническую инфраструктуру, то есть через ваш сайт, через ваши сервера. И второй – это ваши сотрудники. Начнем с технической части, то есть ваши домены. Часто любой бизнес рисует внутренние структуры свои, то есть как связаны юрлица, как идет схема связи сотрудников. Этим обычно занимаются HR-менеджеры. И они обычно пользуются разными сервисами для создания презентаций. Минус этих сервисов в том, что если не платить за них деньги, то информация становится общедоступной, ее можно найти через Google. Вот как видно на экране, на презентации идет структура одного белорусского бизнеса, у которого есть офис в Украине на 300 человек. И они разместили на сервисе для создания презентации, они заплатили за него деньги, и там оказалась вся структура их юрлиц, кто как связан, у кого какая доля. И эту информацию можно было просто найти в Гугле и использовать ее уже разными методами. Следующий пример – это оргструктура компании, которую рисовал HR-менеджер этой компании. Также сам он не заплатил за сервис, и можно было найти через Google. Здесь видно руководителя компании, кто ему подчиняется, все контакты всех сотрудников. Информация не критичная, но для конкурентов она может быть полезная, чтобы понимать, кто где работает, кто за что отвечает. Следующий блок, в который могут проходить технические утечки, это сервисы, в которых компания ведет свои задачи. Ну, так называемый task manager, например. Trello, Jira, то есть это часто используется в IT-компаниях. Суть в том, что задачи отмечаются на досках, и в дальнейшем на них ставятся исполнители. Проблема в том, что можно забыть правильно настроить это Trello, и та же самая информация будет доступна в Гугле, общедоступна для всех. На примере мы видим таск-менеджер одного отеля, который есть на Пхукете в Таиланде, и там есть ссылка на бухгалтерскую учетность этой компании, где можно посмотреть, сколько они зарабатывают, какая чистая прибыль, и эта тоже информация была найдена за 5-7 минут просто поиском в Гугле. И ошибка была в основном в том, что один какой-то человек забыл правильно настроить настройки доступа к этой доске. Следующий технический момент – это сервисы, в которых люди ведут документацию. То есть есть там, например, Word онлайн, Excel онлайн, есть Google Docs и Google Excel онлайн. Так же самое, если неправильно ввести настройки доступа, через Google получается проиндексированная информация о бизнесе. Так, например, на скрине, на экране вы видите одну украинскую IT-компанию, и здесь видны технические подробности про их бизнес, как работает их мобильное приложение. А що це можуть бути неправильні, от ви кажете, настройки ввели, чи що це зробили, як вберегтися від таких, наприклад, помилок? Если смотреть стратегически, то нужно проводить общение с сотрудниками и показывать им такого рода ошибки, которые могут быть по сути. Там можно было зайти в настройки документа и указать, кто может видеть этот файл. По умолчанию он там часто стоит, что все в интернете. Надо просто закрыть, чтобы не было доступа в интернете к этому файлу. Дякую за відповідь. Следующий неочевидный момент – это сервисы для создания скриншотов. То есть, например, я когда вставлял в презентацию эту картинку, я сделал общедоступным сервисом скриншотов эту картинку, там, например, print screen или light shot. Проблема этих сервисов в том, что за счет того, что они бесплатные и в ссылке всегда
В общем, любой человек, который может открыть эту ссылку, он увидит эту картинку, там нет пароля по доступу, и часто бизнесы пользуются такими бесплатными сервисами. И, соответственно, если кто-то другой получит доступ к этой ссылке, он узнает картинку. Но еще проблема этих сервисов в том, что они ссылку генерируют не случайным образом, а просто по очередности. Например, это 123-я ссылка, потом 124-я, 125-я. И, соответственно, если перебирать просто все ссылки, можно смотреть чужие картинки, которые когда-то люди скриншотили. На примере на экране мы видим, как человек регистрировался на каком-то сервисе и сделал скриншот своей почты. И там есть пароль от сервиса, которым он регистрировался. Следующий момент тоже более актуален для IT-компаний, но о нем стоит поговорить. Trello, о котором я говорил ранее, в котором ведут задачи айтишники, есть аналог GitLab. В нем ведут задачи, например, программисты. Они туда размещают свой код, вместе там общаются, комментируют его и доводят проекты дальше. И тоже одна из технических уязвимостей, которая у этого сервиса есть, если сделать неправильные настройки доступа, то каждый может получить доступ и посмотреть, каких клиентов вы ведете. Следующий интересный момент. Даже если у вас что-то было на сайте, и вы потом это удалили, то из интернета ничего удалить нельзя. И есть такой сервис, называется WebArchive. Он там раз в 2-3 дня делает практически полный слепок интернета и сохраняет все данные, которые были на вашем файле, на вашем сайте. И, соответственно, если вы оттуда что-то удалили, оно останется там. Здесь пример уже закрытого сайта компании, но в WebArchive мы нашли их бизнес-план, в котором подробно рассказываются подробности их бизнеса. Это достаточно критическая уязвимость, потому что это частный бизнес, и они не раскрывают показатели своего бизнеса. Від цього вберегтися якось можна, чи все ж таки це вже помилка, яку не можна виправити? При желании именно из веб-архива можно удалить данные, туда можно подать жалобу и удалить. Но опять же, тут нужно подходить стратегически и заходить с точки зрения обучения людей и сотрудников, показывать им презентации, показывать им слабые места, которые у них могут быть. И это, наверное, правильно, чем потом разгребать последствия. Ну, тобто можна так сказати, що це така профілактика, щоб, скажімо, якщо заволювати не захворіти, треба профілактуватися і для того, щоб вберегтися від оцих наслідків, як ви сказали. Да. Можемо продовжувати. Да. Следующий неочевидный момент, где в вашем бизнесе может уходить информация, это Wi-Fi сеть. То есть вы поставили точку с роутером и назвали его названием вашей компании. Но вы можете, например, не хотеть, чтобы кто-то знал, что вы находитесь в таком помещении. Но есть сервис, он называется Wiggle, и он показывает привязку Wi-Fi точек к местности. И, соответственно, если ты хочешь узнать, кто находится в конкретном бизнес-центре, какой бизнес, то ты можешь туда зайти и посмотреть, какие там стоят Wi-Fi точки, и из этого сделать вывод о том, какая это компания. Поэтому Wi-Fi роутер лучше не называть ООО «Компания Вектор», а лучше называть каким-то случайным именем. Наверное, слишком много технических подробностей, и мы перейдем к блоку, который немножко проще и веселее. Это люди. Обычно это тоже самая слабая точка вашего бизнеса, в котором могут случаться утечки. Например, на фотографии технический директор одной украинской IT-компании, он выставил фотографию в Instagram, как он сидит и работает, но он не заметил, что на фоне висит плакат, где есть логин и пароль от Wi-Fi этой компании. Следующий интересный пример. Сотрудница в первый день вышла, и компания дарит календарики таким сотрудникам. Она его сфотографировала, но не обратила внимания, что на фоне этого календарика были документы, которые он подписывает с компанией, договор о неразглашении, с какого юрлица ей платится зарплата. Если приблизить, то можно увидеть эти технические подробности. Следующий пример – это фотографии сотрудников в лифте. Это может быть интересно с точки зрения того, что если компания тоже не хочет знать, где находится ее офис, то сотрудник, выставляя снимок, то будет видно нажатую клавишу в лифте, и после этого можно понять, на каком этаже находится компания, и дальше, например, по фотографии из окна сделать вывод о том, где находится конкретно офис компании. Следующий пример похож чем-то, например, с календариком. Сотрудница сфотографировала бокал вина в пятницу, и я похвастался о том, что хорошо, что рабочая неделя закончилась. Но она не обратила внимания, что на фоне этого бокала была почта ее руководителя, и, собственно, можно было понять, с кем он ведет какие дела и с кем общается. Ранее я упоминал о примере фотографии из окна.
Так, например, одна компания, которая есть офис в Ирландии, она разместила вакансию и показала, как будет красиво видеть сотрудникам фото из окна. Но они скрывали свои юрлица. По Google Street View можно понять, в каком бизнес-центре находится эта компания. И в Ирландии все компании указывают юрлица в бизнес-центр, в котором находится на этом сайте. И далее, например, можно взять выписку из реестра и понять, сколько зарабатывает конкретная компания. Последний забавный пример. Сотрудники сняли видео поздравления для бухгалтера, и они взяли картонное сердечко и пронесли его по офису и сфотографировали о том, как они, в общем, ее любят и как все к ней относятся. И случайно, когда сердечко оказалось в бухгалтерии, на фоне лежал документ с кипрским офшором этой компании, и, соответственно, они это тоже скрывали, но за счет поздравления на видео они это потеряли, ну, это секретная информация. Наверное, це всі базові приклади. Як от хто може збирати таку інформацію, кому потрібно її шукати? В першу чергу, це ваші конкуренти, які слідять за вашим бізнесом, і таким образом вони можуть отримати конкурентне преимущество. Второе, це можуть бути сотрудники госорганів. Третье, это могут быть клиенты и партнеры потенциальные, которые принимают решение, стоит ли работать с вашим бизнесом или нет. А насколько этично собирать такую информацию? Это зависит от того, где расположена эта информация. Если это мы говорим об открытых источниках, примеры, которые я вот сегодня давал, то есть это соцсети, поиск в Гугле, то мало того, что это законно, с точки зрения этики, это зависит от того, кто собирает эту информацию. Если это какая-то компания делает на заказ, то это чем-то похоже на производство оружия. То есть завод же делает оружие, но кто его как использует, это дело того, кто купил это оружие. Поэтому с точки зрения этики это зависит от того, кто будет использовать эту информацию. Тобто, от я розумію, що це більше питання, можливо, до юристів та адвокатів, але людина, яка допустилася всіх цих помилок, про які ми говорили, вона не може якось оскаржити те, що ця інформація потрапила у соціальні мережі, у інтернет, це виключно її провина. Це залежить від того, яка інформація попала, наскільки вона критична. Ну, а наскільки вона може бути критичною, які от, навіть дивлячись на приклади, які ви показували, що з цього може бути критичним, а що це більш-менш така лояльна, скажімо, інформація? Ну, смотрите, наприклад, компанія показує, що вона працює в Україні, і у них є тільки українське юрлицо, і вони платять там якусь суму налогів. Но потом, например, в такое видео попадает кипрский офшор, и берется выписка из кипрского реестра, и понятно, что там оборотов в 10 раз больше. Как эту информацию используют конкуренты или налоговые, это большой вопрос. А як діяти тоді тим, хто цю інформацію допустив те, що ця інформація потрапила у соцмережі? Вони вже нічого зробити не можуть. Чи є якийсь план дій, можливо? Ну, можна заказати перевірку про свою компанію і перевірити своїх сотрудників, перевірити реєстр, яка інформація у вас є. Можна обучити, наприклад, системних адміністраторів або IT-спеціалістів компанії робити якісь планові перевірки, наприклад, там раз в квартал і раз в півгода якісь базові уязвимі місця. Ну и, соответственно, третье, можно обучить своих сотрудников и показать, какие ошибки бывают и какие от них могут быть последствия. Наверное, это самый эффективный способ заходить через сотрудников. Давайте так, якщо ми вже підсумовуємо нашу прес-конференцію, знову такі, можливо, якісь правила або поради від вас, як від фахівця і спеціаліста, які загрози для бізнесу є в інтернеті, якщо тезисно, і які шляхи є попередження цих загроз, як себе вберегти? Є така цитата «Виживають тільки параноїки». Поэтому всегда при любом действии нужно думать, кто эту информацию увидит. Потому что практически всегда ее кто-то увидит, и вы про это заранее знать не будете. И в первую очередь нужно заходить от сотрудников, то есть, например, ввести компании запрет на фотографии из офиса, в который может попасть какая-либо конфиденциальная информация. Второе, например, запрет на открывание в письмах, например, каких-нибудь фишинговых ссылок. Наверное, это основные моменты.
Дякую вам за відповідь і дякую за прес-конференцію. Сьогодні говорили про загрози для бізнесу в інтернеті, як підприємцям берегтися від помилок та конкурентів в онлайні, нам розповідав наш спікер, спеціаліст з пошуку інформації в інтернеті Артем Старосєк. Ще раз дякуємо вам за прес-конференцію. Сподіваюсь, ви почули усю корисну та необхідну інформацію і зробили висновки. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!